30 суток ареста получил замдиректора проектного института по землеустройству, задержанный по подозрению в коррупции и торговле влиянием. Такую же меру пресечения Чеканский суд назначил одному из сотрудников учреждения. Другие два фигуранта дела проведут в изоляторе 20 суток. Еще 13 человек поместили под домашний арест сроком на месяц. Одного отпустили под судебный надзор. Всех обвиняемых задержали в понедельник. Это 6 госслужащих и 12 физических лиц. По данным следствия, с марта по июль некоторые сотрудники госпредприятия брали взятки у предпринимателей за то, что занижали в отчетах качество почвы, а соответственно и ее стоимость. В результате обысков у сотрудников института изъяли 9 тысяч евро и 48 тысяч леев. Несколько задержанных признали свою вину, другие отказались давать показания.